Начнем с того, что я хочу узнать, кто интересуется или хоть когда-либо увлекался или занимается дизайном, или вообще связан с дизайном. Поднимите руку. Кто дома делал ремонт сам? Поднимите руку. Ну, собственно, все, с дизайном связаны. Отлично. Я расскажу о том, о тех проектах, которые ограничены бюджетом и которые приходится делать самостоятельно до тех пор, пока не получите инвестирование крупных компаний. И как это делать? Начнем с того, что такое сервис-дизайн. Сервис-дизайн — это вид дизайна. Еще сюда, да? Видно? Отлично. Ничего сложного, это просто проектирование взаимодействия людей и организаций. Как это появилось? Предпосылки были довольно обычные. Во-первых, требования к дизайнеру выросли. Кто занимается дизайном, тот поймет, что вот на текущий момент список компетенций или требований к дизайнеру. Первые три или четыре еще понятны. Дальше пошли полевые исследования, тестирование, презентация, психология, маркетинг, бизнес, культура, экономика, этика. Это я еще не весь список привел из ассоциации дизайна на текущий день. Вот вопрос, зачем столько много? Изменился контекст. Контекст — это условия, в которых происходит взаимодействие или условия среды. Например, вот такая картинка стала довольно обычной. Раньше бы она удивляла. То есть изменились технологии, изменилось поведение, изменились привычки. Дальше. Организации начали понимать, что аудитории не хватает, конкурировать надо как-то, и они стали думать, как же охватывать больше людей. И пришли к мысли, что люди чем-то похожи, например, люди без руки, в чем-то, точнее, люди с переломанной рукой или со сломанной рукой в чем-то похожи на людей без руки и в чем-то похожи на людей, у которых руки заняты. Конечно, они не абсолютно одинаковые, и мышление, сейчас не об этом речь. Но они поняли, что выгодно думать о том, что аудитория схожая, потому что количество их набирается в общем случае больше. То есть не 26 тысяч людей без руки, а 21 миллион. И на это, кстати, можно очень сильно акцентировать, когда вы разрабатываете свои проекты с узкой аудиторией, говоря, что ваша ситуация похожа. Люди, находящиеся в вашей ситуации, похожи на людей, находящихся в той ситуации, которая интересна бизнесу. Таким образом, дизайнер превратился из оформителя, из графического дизайнера, в решателя проблем широкого круга. И изобретателя, инженера, как в советские времена называли. И опять возвращаемся к сервис-дизайну. Зачем он вообще нужен вам, понадобится? Может, он не пригодится вообще. Но у него есть отличная методика и отличные принципы, которые помогают самостоятельно с малым бюджетом собрать проект. Начнем с того, что мы должны хотя бы понимать, на чем он базируется. Самое главное в сервис-дизайне — это сопереживание. Мы много говорили о том, что хотелось бы понимать людей, да? Что нужно там приглашать людей, смотреть на них, изучать их. Действительно, это самый длинный этап в сервис-дизайне. Прежде чем что-то решать, сначала изучают людей, например, с помощью наблюдения. Чуть поглубже они берутся интервью. Интервью — это не просто вопрос-ответ. Это прийти к человеку там, где он живет, и спросить его там, где происходит, собственно, проблема или решение находится. Прямо там на месте. Чуть ближе к теме. Дизайнеры, которые хотят понять лучше людей с ограниченными возможностями, используют инструменты по ограничению возможностей. Если видно, у людей на глазах очки, ограничители движения, утяжелители для ног, для рук. Таким образом, они ходят по супермаркетам, по магазинам, находясь примерно в той же ситуации, что и пожилые люди, что люди с там, артритом, например, с больными коленями, суставами. Приближаясь в понимании, что же испытывают люди, и таким образом лучше находят решение. Таких не встречали вы в супермаркетах никогда, российских? Хорошо, это из российской практики. Журналистка «Комсомольской правды». Прежде чем написать статью,
захотел побыть один день в шкуре человека. Такой метод называется. Собственно, она взяла и побыла в роли человека в коляске, чтобы потом написать все-таки, о чем идет речь, более вовлеченно и с большим пониманием. Есть такая женщина, Патрисия Мур, дизайнер. Она, если женщина-журналист день провела, то эта женщина провела 3 года, находясь в возрасте 26 лет, переодеваясь в женщину 80 лет. Таким образом, она путешествовала по 100 странам, постоянно живя в образе пожилой женщины. Зачем она это делала? Ну, во-первых, ей платили очень много, разные компании, от там, General Electric, AT&T, куча корпораций, там, Verizon, наверное, только не Apple. Все хотели узнать, что же чувствуют люди по отношению к тем или иным проблемам, там, к покупкам в магазине, к распаковке упаковки, к, не знаю, там, отправке писем, к использованию факса, любых вещей. И вот ей приходили заказы, она ежедневно, живя своей жизнью, делала эти действия, и озарение, и понимание оформляла в виде отчетов и отправляла. То есть ключевой точкой к решению, к поиску решения было понимание. Пока они не понимали, они не видели решения. У нее по-настоящему не болело, все верно. Это не одно и то же. Я упоминаю, что похожие условия, это не одно и то же. Может быть, и к счастью, у нее ничего не болело. Еще один метод, который используется, это искать крайности и выходить за рамки. Часто, когда дизайнеры решают свои проекты, они идут к людям, ну, мягко говоря, среднестатистическим. К друзьям, к людям, которые, в принципе, с проблемами не сталкиваются. О чем идет речь? Если вы изучаете дверной проем и насколько легко проходить вашу дверь, идите не к обычным людям, а, например, к очень низким людям, которые не дотягиваются до ручки, например, там, к детям, просить их. Возьмите очень крупного человека, возьмите беременную женщину с коляской или с 3 пакетами и с телефоном уха. И вот они вам в этот момент, когда будут открывать дверь, скажут гораздо больше, и таких людей нужно будет меньше. То есть если вам нужно будет найти средних людей около 100, то таких 7-9. И они вас насытят гораздо больше знаниями, гораздо быстрее. Если ближе к нашей теме, например, мы изучаем, насколько легко двигаться по городу и какие есть способы передвижения на коляске, да, или используя механические средства. Да, можно спросить людей изначально на колясках, которые каждый день пользуются и ездят по городу. Это хорошо. Помимо этого, я призываю вас к тому, чтобы вы спросили вот таких людей, например. Это Аарон, он занимается экстремальными видами спорта, и он в этом классен. У него наверняка гораздо больше опыт в том, как преодолевать препятствия. И он вам расскажет про хитрости, тонкости, которые пригодятся и помогут вам увидеть с другого угла зрения ваше решение. И вот таких людей тоже стоит поискать. Аналогичных, то есть детей или тех, кто очень плохо передвигается, или кому нужна помощь, и у кого не сильные ноги, например. Как бы это ни звучало дико, как бы смешно, но стоит их спросить, как они справляются с тем, чтобы сориентироваться или преодолеть препятствия в городе. Это было сопереживание. Суть его была в том, чтобы найти понимание. Второе очень важное. Тут еще даже нет решения, еще не ищется решение, пока только получается понимание. Второй важный момент – это совместное творчество в междисциплинарных командах. Как следует из названия, собирается команда или просто, там, даже не обязательно команда, а приглашаются разные люди и рассказываются друг другу истории. Как бы это странно ни звучало, это очень хороший метод. Например, вы готовите презентацию там, или вы готовите какой-то проект, и у вас есть только идея вывести ее на стене, основные ключевые тезисы, покажите фотографии, покажите первые эскизы и расскажите это экспертам, друзьям, тем людям, для которых вы это решение придумываете. Расскажите и послушайте, что они скажут по очереди. Второй момент. Иногда то, что скажут люди, не совсем будет понятно вам.
То есть не все мысли можно выразить словами. Тогда попросите их смоделировать. То есть возьмите фигурки, лего, или постройте небольшое кафе. Здесь в данном случае это кафетерий с модельками маленькими людей, столами. И дизайнер пригласил людей с вопросом, как лучше разместить столы, например, чтобы было удобнее для разных типов людей. Для разных людей. В том числе для людей, у кого есть сложности с передвижением, там, со зрением, со слухом. И они отвечали дизайнеру, приводя примеры на его макете, как лучше сделать те или иные вещи. То есть таким образом вы точно поймете, о чем шла речь. Не просто они вам скажут, да, знаешь, сделай, пожалуйста, поудобнее. А что такое удобнее? Покажи, что такое неудобно. И они вам расскажут, неудобно – это когда столы рядом стоят. Да, на этот момент приглашать стоит даже директоров компании, даже не стесняйтесь приглашать разных людей. Проводите командные мозговые штурмы. По сути, сегодня это некие такие мозговые штурмы, командные, поэтому я сильно углубляться в это не буду. Зачем это? Когда я рассказывал своему другу презентацию, Илья мне говорит, слушай, вот у меня есть история одна про нефтепровод, я хочу, чтобы ты рассказал. Я говорю, ну давай, рассказывай. Он говорит, хорошо. Был дизайнер, инженер. У него была задача придумать нефтепровод, как подавать через него нефть или там, не знаю, другую жидкость, так, чтобы не было проблем и перечень проблем. Он озвучил их, пригласили на совещание инженеров, технологов, и как-то забрел друг инженера врач, просто обычный врач, хирург. И он говорит, слушайте, ну я, конечно, послушал вас, вы не знаете, как решить проблему, а я знаю. Это очень похоже на вот что. Это очень похоже на проблемы сосудов. И я вам и рассказал им, каким образом в организме решается проблема заторов, что жидкость подается не постоянным давлением, а там с импульсами, определенными толчками. Объяснил, каким образом устроены стенки. Они подумали и сказали, о, точно. Это пример про то, что приглашаете людей разных. Опыт одних и тех же людей вам мало что даст. Приглашайте разнородных. Мужчин, женщин, детей, врачей, там, не знаю, людей без работы, циркачей, клоунов. Но объединенных какой-то общей проблемой или общим принципом, да может быть даже и случайных иногда полезно. С этим понятно. Экспериментирование. Есть такой подход «делай, думай, делай». Наверное, вы слышали. А может и не слышали. Есть, в общем, два подхода. Один называется DDD, второй DDD-ND. Да, и вот первый расшифровывается DDD. Делай, думай, делай. Как вы думаете, кто знает, тот, наверное, не стоит. Как расшифровывается DDD-ND? Наблюдай, да, хорошо. Еще варианты? Необходимо. Необходимо. Окей. Второй вариант расшифровывается так. Думай, думай, думай. Не делай. В этом случае первый вариант вас быстрее приведет к решению задачи, потому что вы сделаете сразу, не думая, потом подумаете, потом снова сделаете. Как это работает? Смотрите, мысли иногда лучше выражать с помощью быстрых прототипов. То есть слева наверху прототип устройства, которое справа внизу. История такова была. Собрались опять же инженеры, врачи, в данном случае это врачебная техника, и обсуждали очень долго за круглым столом, каким образом сделать устройство, которое помогает в микрохирургии, по-моему, или в лазерной хирургии. В общем, на словах ругались, заняло это все 2 часа, ни к чему не пришли, разбились на лагеря, в итоге ведущий попросил паузу, сказал «попейте кофе». Отправил всех. Когда все вернулись, он собрал быстро из маркера, скотча, тубуса для пленки и прищепки примерно то, о чем говорили многие люди, и положил это в центр стола. И говорит, смотрите, я тут подумал, вроде бы об этом говорили. И произошло изменение. Люди взяли в руки и сказали, да, это тоже примерно то, о чем говорил, но тут не хватает вот этого. Или да, вот здесь будет удобна вот такая штука, но нужно будет добавить провод. И подумайте о том, куда убирать его. И диалог пошел. То есть пока мысли в голове, вы слишком много о них думаете. То есть сразу делайте. Выкладывайте, и тогда будете уже думать, будет о чем думать. И тогда будет, что делать дальше. Вот такая история. Идем дальше.
Это из моей практики. Недалеко есть город Рязань. Москва рядом с Рязанью. Мне нравится так думать, что Москва рядом с Рязанью, а не Рязань рядом с Москвой. Это был офис. Задание было спроектировать пункт абонентского обслуживания, который решал бы множество проблем, в том числе проблемы с оплатой, с передачей специалиста от специалиста по обслуживанию к специалисту техническому. В общем, много там было проблем. И сразу все не решалось в голове и на проектах. Мы собрали сверху картонный прототип. То есть мы просто из картона в масштабе 1:1 собрали помещение, чтобы понять, как лучше расположить эти вещи. И когда мы собрали, мы начали экспериментировать уже вживую. И когда вживую экспериментировали, естественно, мы там поломали, переделали, стало понятнее. То есть мы сразу спрототипировали и сразу начали думать на живую. Иногда собирают целые самолеты или кабины самолетов. Идем дальше. Четвертый принцип – это здоровый оптимизм. Про него могу сказать только одно. Это важный принцип. Верьте, что во что бы то ни стало, потому что будет вера вас подводить, будете думать, да на кому это надо. Просто верьте и делайте дальше. Переходим, что же, собственно, я могу вам передать-то? Если заканчивать, то с малым бюджетом хорошо бы знать, что делать, иметь хороший инструментарий конкретных шагов, что делать, и, может быть, даже некоторые примеры и материалы практические. У меня для вас будет два, ссылки я пришлю, например, в группу Facebook или ВКонтакте, где у нас есть, два инструментария. Первый — это для, это не совсем сервис-дизайн, это близкая тематика, это более уже, чем сервис-дизайн, но более применимо для социальных изменений. Это человекоориентированный дизайн, методичка. Вторая методичка по инклюзивному дизайну, она интерактивная. Если первый — документ, вторая — интерактивная. Что там есть? Во-первых, понимание принципов. Как мыслить, с какой стороны думать. То, что я вам проговаривал вкратце, там написано очень серьезно. Второе — получите поэтапный справочник шагов, что делать по этапам. И методов, что делать, как делать по шагам. То, что я вам рассказывал, там наблюдение, интервью, здесь написано по шагам. Таким образом, вы можете собрать команду и не переживать, что кто-то будет что-то не знать и не сможете этому объяснить. Вы дадите инструкцию, уже готовую. Например, в таком виде. И можете подключить как можно больше людей в свою команду. Собственно, все. У меня есть вопросы. Задавайте, я готов ответить. Да. Вы из сервис-дизайна. Ну, типа того. Откуда вы, как человек учится в сервис-дизайне? Да я же говорю, все сервис-дизайнеры, просто когда-то вы понимаете, что вы такой. Ну, просто приходите к мысли, а почему нет? Мне может быть интересно, я думаю, если подумаю. Давайте. Для нас тоже важно инклюзивный дизайн. Универсальный дизайн. Я даже не знала, что есть много других людей. Есть такие. Британская высшая школа дизайна, там есть у Марии Сташенко креативное предпринимательство. Раньше она созывала мастер-класс, привозила трех людей мировых из Америки, Германии и Индии. И был мастер-класс по сервис-дизайну месячный. Собственно, вот я его посетил тоже в том числе. А потом практиковал 4 года или там 5-й уже пошел. Это просто приходите к этому моменту какой-то день. Есть вопросы по каким-то методам? Я в презентации скину, оставлю вам еще на закуску истории по тому, как это применялось и что дало. Например, история про то, как изменился пульт, изменили пульт для пожилых людей. Очень дешево и просто. И не нужно было спецтехнику делать. Более дорогой проект «Метро для всех», увидите. Здесь очень интересная штука для детей и людей с дальтонизмом. Придумали систему, ввели второе измерение, помимо цвета ввели еще и пиктограммы. Таким образом можно сказать, что я на станции, например, там розовые пчелы. То есть если вы не видите розы, просто говорит, на станции пчелы. И для детей то же самое, очень удобно. Говорит, мама, поехали на станцию фиолетового слоника. То есть все понятно. Есть проекты про улучшение питьевой воды.
Ай, нет, не буду. Вот это, сейчас скажу. Это велосипед, в который воду грязную вставляешь, и пока едешь до пункта, куда ты приезжаешь, ты крутишь педали и фильтруешь заодно воду. Создано с помощью этой методологии, которую я вам показал. Дом для ветеранов войн тоже разработан, там ссылки есть в кейсах. Универсальные дешевые слуховые аппараты, тоже есть кейс. То есть, чтобы вы понимали, что эта методика работающая, это не просто я вам там принес пару ссылок. Вот. Но это не моя, это ребята разработали поумнее, я думаю. Что за программа презентации? А, это Prezi. Prezi? Да, Prezi. В облаке можно скачивать на жесткий диск, смотря сколько заплатите. Спасибо вам, что пригласили, что дали возможность поработать. Если будут вопросы, задавайте мне лично или найдите меня там ВКонтакте, на Фейсбуке. Андрей, подружимся. Да, конечно, я буду 2 дня и буду рад помочь хоть всем, но сила ограничена.